Взгляд не путешественников, а внимательных наблюдателей. В художественном музее решили показать, как выглядит настоящая Италия. «Поэзия отчужденности» — это проект современных художников Нелли и Романа Коржовых. Они проехали от Неаполя до Венеции. Открытие экспозиции запланировано на 2 ноября. А сейчас завершается монтаж выставки, за которым наблюдала наша съемочная группа. Картины пока прислонили к стенам. Монтаж выставки идет по плану. Процессом руководят сами авторы Нелли и Роман Коржовы. Пока определяют место для произведений, пытаются понять, кто что любит. И мы любим вот это телепатное состояние, потому что... А я люблю. Нелли и Роман Коржоу вернулись в Самару из Италии и привезли новые идеи. Все из них публика увидит впервые. Работу Нелли пытаются повесить на одном уровне. Один из замыслов выставки. Ведь это не просто картина, а что-то вроде киноленты. Эта выставка – это дальнейшее развитие вот этого вот эксперимента с фактурой. С одной стороны живописи, с другой стороны кино, с третьей стороны как бы такого... концептуального искусства надписей. Нелли Коржова работает с материалами, которые сложно назвать традиционными. Для выставки распечатала кадры из фильма «Забриски Пойнт» и добавила поверх краску. В зале несколько десятков работ. Изо всех выбивается лишь одна – родное место. Я даже не знаю, почему она у меня возникла. Когда вот думаешь о чем-то своем, и ты берешь... тот мотив, который, может быть, для меня он даже и беспредметный, где ничего не происходит. По задумке авторов, выставка разбита на несколько разделов. Роман Коржов представит видеоарт. Свет подключат позже, поэтому в зале пока стоят лишь темные экраны. Но художник рассказал о том, что будет. Это вот некая, как, некий такой фрейм, некая картинка, на котором происходит минимальное движение. И как бы отличительная черта, да, то, что камера не двигается. И зритель как бы смотрит в пустоту. Вечером 2 ноября, когда сюда придут поклонники современного искусства, все будет висеть на месте. И они откроют для себя не только Италию, но и похожую на нее Россию. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губернии.